Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хотел бы остановиться на нашем обновленном сайте и поговорить немножко о его функционале. Мы сейчас с вами находимся на нашем сайте, на его главной странице. Ну и давайте пойдем сразу же с первых строк. Здесь вот вверху у нас есть такая интересная ссылочка. Примите участие в проводимых ЛПФО опросах. Решили мы создать такие вот опросы, многое нас интересует, интересуют наши пользователи, интересует, что они думают о нас. И если перейти по этой ссылке, мы с вами попадаем на наш форум. И, соответственно, в разделе «Наши опросы», раздел 1.6, мы, соответственно, с вами видим те опросы, которые мы создали, которые нас интересуют. Кроме того, сами пользователи могут создавать эти опросы, если у них возникает какая-то потребность в этом, что-то для себя понять, выяснить и так далее. Соответственно, некоторые самые простые элементарные вещи: возраст, пол, какая операционная система у вас установлена, что можно улучшить в сервисе ЛПФО, ну и так далее, и тому подобные вещи. Опросы, они действующие, соответственно, можно зайти в любое время, проголосовать. Но давайте попробуем, какая операционная система на вашем ПК. Крайне важно для нас это знать. Эта информация, она позволит нам разрабатывать наши программы, автоматизированные методики более прицельно, с прицелом на определенную аудиторию. Соответственно, очень все просто. Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Linux, что-либо другое. Или же такая шуточная форма ответа: я не знаю, что это такое, такое тоже может случиться. Ну и так далее, собственно. Давайте вот посмотрим еще. Ваш возраст понятно, ваш пол мужчины, женщины. Что, на ваш взгляд, можно улучшить в сервисе ЛПФО? Другими словами, наши пользователи могут зайти и проголосовать за какие-то варианты, варианты улучшения нашего сервиса. Может быть, нам как-то стоит модифицировать форум, больше размещать видео, какой тематики, это все можно отписаться опять же на форуме. Значит, больше интерактивности, снизить цены на продукцию ЛПФО. Ничего менять не надо. Кстати, у нас предполагается в скором времени акция. Возможно, многие из вас будут заинтересованы в приобретении по сниженным ценам продукции ЛПФО. Хорошо, это вот то, что появилось новое на форуме. Ну, понятно, что еще. Давайте с форумом тогда сразу же закончим, вновь на него вернемся. Появился еще такой интересный раздел, называется он 1.7.1.7 «Обмен файлами». Здесь пользователи могут потенциально выкладывать, этот раздел увеличен по размерам, пользователи могут выкладывать свои документы, файлы, обмениваться какой-то информацией, задавать нам вопросы или же получать ответы от других пользователей нашего форума. Одним словом, заходите, и как файлообменник этот раздел можно использовать. Написать какую-то информацию, прикрепить файл, с кем-то им поделиться, дать на него ссылку, ну и то, собственно, так далее. Вот, это вот наш форум. Форум постоянно модифицируется, появляются новые темы, новые интересные разговоры у наших пользователей. Одним словом, вроде бы все отработано и понятно. Давайте вернемся на основной сайт. Ну и по функционалу. Документы. Здесь наши документы, которые, ну вот они юридические, организационные, и документы фриланс. Мы приглашаем к сотрудничеству психологов, смежных с ним специальностей людей. Значит, мы предлагаем некое сотрудничество финансово, оно тоже подкреплено, то есть можно у нас, став нашим фрилансером, стать нашим партнером, сотрудником лаборатории психологического обеспечения и получать за это деньги. Приобретение, собственно, здесь приведены способы оплаты для физических лиц, здесь вот это видно, и для юридических лиц. Для физических лиц есть перечислены все способы оплаты. То есть там скачиваете документ, заполняете форму заявки, заказа, форму заказа, ознакомиться можно с нашим прайс-листом и заказать какие-то у нас методики. Существуют быстрые способы оплаты, это прежде всего Яндекс.Деньги и перевод на самую распространенную платежную систему, мне кажется, в России, это карты Visa. Ну и флеш-версии приобретения, они предполагают флеш-версии автоматизированных методик производства ЛПФО, они предполагают свои способы приобретения, там их два, собственно. По юридическим лицам это приобретение или же услуга, получение какой-то услуги от ЛПФО, а в частности по психологическому консалтингу, консультированию,
и прохождению, собственно, удаленных физиологических обследований работниками предприятий, юридических лиц. Далее, раздел 3. Это продукция базовая ЛПФО. Она содержит в себе бланковые качественные и бланковые количественные методики. Это патопсихологические методики во всем своем разнообразии и своеобразии. А это бланковые методики тесты, ну, в частности, ММПИ, КТ, ЛУСК и так далее и тому подобное. Соответственно, автоматизированные методики производства ЛПФО также находятся в продукции базовой. Здесь приведены все наши методики, с ними можно, их можно скачать, ознакомиться с инструкциями пользователя, все это свободно, в свободном доступе, ну и, соответственно, приобрести эти методики в полном объеме. Далее, раздел 4 – это продукция ЛПФО. Это такие вещи, как новоуральский личностный тест, экспресс-анкета, краткий анамнез, фактически ускоряющий сбор достаточной информации по человеку в рамках проводимых кем-либо экспериментально-психологических исследований, психофизиологических обследований ПФО. Это автоматизированная система S-лаборатории психологического обеспечения, куда могут входить все разработанные нами автоматизированные методики, как ее составные компоненты, кирпичики, части, как угодно это можно назвать. Автоматизированное заключение «Спектр» абсолютно работоспособное, буквально недавно состоялся его анонс этой системы, она полностью работоспособна, ее можно скачать, приобрести и пользоваться, очень успешно все работает. Соответственно, аппаратно-программный комплекс АПК ПФЛ, психофизиологическая лаборатория нами предлагается, зайдите, ознакомьтесь, очень интересно и комплексно. Именно не просто это пустое слово комплекс, а именно это комплекс, полностью обеспечивающий работу специалистов в области человеческого фактора, медицинской психологии и так далее. Детектор истины у нас сейчас разрабатывается, тут есть некая теория, значит, он пока в разработке, аппаратно-программный комплекс АПК контроль-допуск, он у нас тоже в разработке, это, собственно, продукция ЛПФО. Вот здесь вот они все приведены. Ну, что там в разделе 5, демонстрация. Здесь можно ознакомиться с основными какими-то нашими разработками, методиками. Здесь именно некие демо-версии, если угодно. Можете зайти, почитать. Пароль от каждого архива, он свободен, он открыт. Это 4 больших буквы ЛПФО латинских. Вы можете зайти, посмотреть, что из себя представляют патопсихологические методики, бланковые тесты, ММПИ, КТЛ и так далее. Автоматизированные методики нашей, собственно, разработки нашей, что такое АЗ-спектр и что такое АС-ЛПФО. Далее. У нас есть раздел 7 иноязычные методики. Я в одном из своих предыдущих видео говорил, что мы сотрудничаем с зарубежными партнерами, и здесь для них информация представлена. Можно скачать определенные методики, посмотреть методологию работы лаборатории. Это интересно в большей степени нашим зарубежным партнерам, в частности из Германии, из Англии, Великобритании и США. Далее. Ну и, собственно, раздел 8 обследования. Это мы предлагаем уже конкретно. У нас заключены договора с предприятиями, и мы предлагаем работу по этим договорам по дистанционным психофизиологическим обследованиям. Ну вот, собственно, вот тот функционал, который на данный момент реализован на сайте. На мой взгляд, сайт достаточно самодостаточен, то есть в нем сейчас есть все необходимое для работы любого специалиста в области человеческого фактора, медицинской психологии, психотерапии, психиатрии, как угодно это все можно представить. То есть все уже есть, все готово, все работает, каждая ссылочка проверена неоднократно, полностью функционал реализован. Вот такой функционал. Ну, надо еще упомянуть о наших небезызвестных видео. Это канал на YouTube, он сейчас все больше и больше получает свое развитие, популярность, люди начинают подписываться, там уже несколько сотен подписчиков, несколько тысяч просмотров, что-то там 70 с чем-то тысяч просмотров. Ну и, собственно, наш информационный блог – это какая-то информация по деятельности лаборатории, самая живая, самая актуальная информация. Мы вот используем живой журнал как наиболее приближенный к кругам научной общественности. Вот этот сервис не ВКонтакте предпочитают пользоваться, значит, специалисты, не Facebook, не ВКонтакте. А вот как это изначально одной из первых соцсетей ЖЖ, живой журнал, вот он более и более предстает в виде какого-то научного, то есть там вот в основном люди зарегистрированы, именно связанные с наукой. Ну, сейчас вот интересная система LinkedIn получилась, у них очень интересная такая система,
тоже вот мы, наверное, будем в ней участвовать, в этой системе, в LinkedIn. Ну вот на данный момент пока жировой журнал, и он нас полностью удовлетворяет. Можно посмотреть последние новости лаборатории. Ну вот, наверное, собственно, и все, о чем я хотел поговорить. Еще раз вернусь к форуму. Было бы очень замечательно и очень хорошо, если бы вы заходили вот в этот разделчик 1.2 и отписывались нам о работе форума, о его содержимом, что бы вы хотели в нем увидеть, какие-то темы, разделы, категории и так далее. Приглашаю всех вас на форум. Он полностью функционален, работоспособен, прекрасно себя зарекомендовал, ничего не падает, темы все сохраняются, все бэкапится, можно полноценно общаться, обсуждать какие-то темы, ну вот как в частности здесь вопросы общей психологии, психофизиологии, нейропсихологии, психиатрии, психотерапии, вопросы социологии и приближенных к ним каким-то областям, ну и так далее. Здесь речь идет о продукции нашей лаборатории, ее приобретении, услугах ЛПФО. Ну, кроме того, можно оставлять заявки на литературу, на библиотеку, на какие-то информационные материалы. Чем сможем, тем поделимся. Многое у нас на сайте бесплатно. Вот. Тут новости психологии недавно тоже обновлялись они. Ну и, соответственно, разные. Курилка, как угодно это можно назвать. Вот такой вот форум. Прошу вас, заходите на этот форум, отписывайтесь. Отписывайтесь под нашим видео, отписывайтесь на этом форуме. Очень удобно и просто и легко общаться. Зарегистрировались и, соответственно, получаете полный доступ ко всем возможностям этого форума, ну и сайта в том числе. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!